На конкурс в рамках данного фестиваля было представлено 55 фильмов из 18 стран мира. Из них были отобраны 24 самые яркие пронизывающие картины, среди которых есть два фильма режиссера Рубена Казаряна, где была задействована тема детей. В частности, в первом фильме под названием «Я буду поливать тебя, мой цветочек» повествуется о детях, которые переболели или же болеют раком. Название фильма «Я буду поливать тебя, мой цветочек» – это слова мамы, которая говорит эти слова своему ребенку, своей дочке. Ну, когда дочь говорит, вот, я болею, наверное, умру, она говорит, я буду тебя поливать. То есть ты как цветочек надо поливать, чтобы он не умер. И ты ему будешь моим цветочком, я буду тебя поливать. И ты будешь всегда жить. Следует отметить, что Международный фестиваль по правам человека проходит уже 12-й год. Представленные фильмы раскрывают и поднимают сегодняшние социальные проблемы. Проблемы в образовании, в труде, миграции, а также в них повествуются о сильных женщинах, проживающих в селах, говорит член Союза кинематографистов Райхан Абдраимова. Они занимаются рукоделием, работают, занимаются домашним хозяйством, но при этом никто из них не бросает как бы и свою профессию, семью, воспитывает детей, продолжают заниматься бытом. Вот этим темам посвящены документальные фильмы. Кинодокументалист и эксперт из Ташкента Умида Ахмедова говорит, что фестиваль имеет большое значение не только для людей из данной сферы. Он также имеет большую значимость для молодежи Кыргызстана. Молодежь, она впитывает разные аспекты. Хотя, да, это приурочено 70-летие всеобщего принятия декларации прав человека. Но настоящий документалист, Он должен прежде всего думать о проблемах своего общества, о проблемах людей. И вот тогда, когда если этим занимаются молодые люди, и это проходит из поколения в поколение, можно не беспокоиться за будущее своей страны. Этот фестиваль отличается от прежних тем, что он в этом году был приурочен 70-летию прав человека. Права человека всегда должны быть на первом месте, говорят организаторы. Завершится международный фестиваль завтра, 16 ноября. Если линзы одела, начался день. Линзы не одела, пока еще нет. Дибек Шишамбиева, Нурдан Сергеев, «Пирамида».